Всем привет, уважаемые зрители, с вами Аспирант. Перед собой вы сейчас видите некое мини-коллекционное издание Overwatch Record Kit. К сожалению, такое издание невозможно купить, его можно получить только напрямую от Blizzard. Давайте посмотрим, что внутри. Первое, что бросается в глаза, это мини-журнал, в котором описаны все герои, все их ультимейты, все их способности, а также все карты, которые были на момент издания этого журнала. Сейчас, конечно, карт уже намного больше. Далее у нас идут пара наклеек, которые в игре являются граффити. В этой маленькой коробочке находится очень красивый значок. Я думаю, такие значки мы увидим на комментаторах, на каких-нибудь мажор-ивентах. Далее у нас идет такая сувенирная монета, или даже скорее медаль. Что на ней написано, вы видите, находится в очень приятном, красивом корпусе. Изюминкой данного пака является настоящий винил с треком от Люсио. Я, вот, если честно, думал, что винил не настоящий. Я думал, что он бутафорский и просто как выглядит, как просто как сувенир, который можно повесить на стену или еще куда-то поставить, не знаю. Но он оказался настоящим, я нашел проигрыватель, на котором все запустил. И вот трек, который сейчас играет на заднем плане, это трек с этого винила. Название будет в описании под видео. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Играйте в Overwatch. Всем пока.